Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Артур и два непонятных здоровых мужика, которые держат меня за руки и хотят куда-то увезти, потому что я в платье, они перепутали меня с кем-то похожим. Мы его огуляем, да. Добрый день. Всем привет. Да, я не знаю, как это получилось вообще на самом деле. Уйди отсюда. Чисто рандом. Мы стояли с Артемом, и он такой подбегает, такой: «Ведите меня в ЗАГС, мужики», и все. Короче, нам нужно на территорию... Такси сейчас. На территорию... И отправляемся на территорию флэш-райдеров. Не, мы приходим в деревню Каликори, или как там ее зовут. Зачем? Оттуда нам туда идем уже в деревню флэш-райдеров. От деревни пойти? Угу. Ближе от кемпа ихнего? Я лечу. Не знаю, мне кажется, что нужно так. Ну, окей. Я лечу за Black Silver Уфа. Мне нужно исследовать пещеру флэш-райдеров. И кроме того, нужно изучить костяные идолы их, чтобы понять, почему они такие вредные. Ну, идолы и нам нужно изучить. Идолы и нам нужно изучить. Идолы. Идолы. Нам всем примерно в одну сторону. Where is the idol? Так, еще. Пейн. У вас ужасный Бэтмен, Джек Шепард. У меня его нет. Сэр. Ну, такая куча трупов лежит. Но тут явно не первый. Такое ощущение, что они тут года три уже гниют. Хорошо, сказал он и пошел дальше. Голос в эту о, даль. Тут какой-то квест. Смерти вернулись. Да-да-да-да-да, берем. Да ладно, да где? Чуть не заливай. Так. Подожди, выйди. Надо Джек Шепард даже пригласить, он же выходил. Тут, по-моему, для одного нет. Были технические проблемы, поэтому его нужно пригласить. А, точно, да. Все, погнали. Я думаю, что-то я один начал. Моя дорогая Банни... На третьем слове. Возможно, это мои последние слова, но я должен их тебе сказать. Мне осталось, в общем-то, недолго. Я был дураком, Балея, как и всегда. Не стоило мне сюда одному приходить, я это знал. Маленькая Руса заболела. Доктора сказали, что нужны зубы. Манка котов. Пытался их достать, короче, но флэш-райдеры преградили мне путь. Ужасно. Извини, моя любовь. Я так устал. Нужно поспать, чтобы силы восстановить. Если манка коты вернутся, я принесу зубы домой каким-нибудь образом. У мужика такой диалог такой. Я вижу, как не он смог, принес. А вы? Да, и короче, тут и зубы его, и скелет, и все остальное, короче, судя по всему. Ну, так, да. И куда нам этот квест? А, ну он ведет в ту же область. Же, да. Вот нас вообще в центр. Ой, я тут бегал, ребят. Когда был маленьким. Так, ну и, честно говоря, мне это место слугается. Ну, красивое. На мне наоборот. Какой-то Вейсланд. Выжженная, да, такая пустошь. Мне нравится, классно. Такая иссушенная земля прям. И штанины. Штанины ярости. Хочу такие. И беру такие. Гад. Вот, теперь смотрите, у меня весь комплект. Что да? Тут такой продает? Развернулся, стоит, смотрит. Прикольно. На меня так внимательно. Так, там у нас торгаш, мы к нему не пойдем. Ну, я уже, по крайней мере, все продал. Не пойдем, точно, да. Так, пошли дальше. Птичка! Даровань какой сидит. О, нифига. О, он меня в щи дал. Аж шея хрустла. Это надо... Особо хорошо бить в щит, чтоб шея хрустела. Да. Толково. Просто так. Талант. ПВО. Нет, талант не надо, раму эту достаточно увидеть. У самого уже начинает хрустеть. Так, ребятки, вы убежали уже опять от меня. Я кого-то убил. Бля, чё это я делаю? А у вас есть подзадание убивать флэш-райдеров? Да, давайте слева направо все обойдем. Да, надо 15 штук убить. Шепард уже убежал. Сюрприз. Эй, я только навелся. Хорошо. Толковый. Хорошо. Добро чужими руками загребать. Холокрон. Где старается? Нам вниз. Джеронимо. Да, погнали. Как-то...
Более да не стремайся, нормально. Так, Flash Idol. Первый из трех, который нам нужно. Да? Да. Завершено. Это из плоти. Есть еще из костей. А, она наверх. Мусора. Из хлама, да. Так, наверх говоришь? Ну пойдем, веди. Lead us. Подаваем так Шепард. Yeah. На самом деле, Джек Шепард на протяжении 5 сезонов сериала Lost пытался вывести людей с острова, у него ничего не получилось, поэтому я бы тебе не сильно доверял бы. Стоп, он же вывел их. Всё. Я не знаю, я не смотрел, мне надоело. Я думаю, тут мне надоест. Заходить, да. Капец, вы уже говоря, не видел ни одной серии этого Лоста. И даже как-то и... Ого! Ну, да поэтому я тебя и ненавижу. Пацаны, куда вы делись вообще? Идол. Идолище поганое. Ой, мне сломали кость. Не тут прошлыгали, что ли? Что-то хрустнуло у меня. Не, мы не тут. Ну, а я тут. Хорошо. Я умираю. В обход шли, ну ладно. Кто-нибудь. Ты умираешь? Умирай молча. Да. Умри как мужчина. Мы уже убили 14. Это был очень по-мужски же шепот. Да. Я знаю. Ого, ты раскидал. Я крутой. Толково. Там чувак нашел эту коммунизит, а ну брысь отсюда. Ничего нового найдем. А, ну ладно, надо всех. А че он такой толстый? Ты посмотри, вот ты бы им играл лучше, а. Какой он пузанчик такой. Так, такой это жирный, завершено. Жирный. Как поезд пассажирный. Куда ты бежи, жирненький? Иди сюда. А что это у нас такое? О, я какой-то этот. А, зубы. Зубы-то надо. Надо 6 штук же насобирать. Один есть. Значит, надо искать еще этих кошаков теперь. Кошаки? Да, они сами найдут, да? Не факт. Я думаю, придется побегать еще за ними все равно. Ну, он где-то, в принципе, в этой зоне все. Тут народу столько, что их уже, блин, всех повырезали просто-напросто. А вот еще вижу. Манка Кэт. Я вижу этот... Идолище поганое. Ок. Все, разобрались мы с этим квестом. А я еще нет. Мне еще надо. Ты был далеко. Я был далек. От вас. От совершенства. Ну ты и сейчас такой, да? Ну да. То есть не и будем лукавить. Кстати, ты правильно шел. Вот там пещера какая-то есть. Где, подожди, а где идолище вы нашли? А вон, видишь, там уступчик такой. Вижу. Артур? Че? Больно? Бьют? Бобо и ляля. Это называется... А почему ты ушел от группы? Нестандартно. Why, Mr. Anderson? Why? Ты такой клевый помощник. Да? Зато теперь это мое. Ну и забирай. Я не знаю, я нажал нит. Даже нит? Не посмотрел, что там по характеристикам. Не знаю. Ты нажал нит? У меня тупо не было пояса. Теперь он у меня есть. Теперь у тебя здесь. Тупо вот есть пояс. Да. То тупо не было, теперь тупо есть. Так, find... Что там? Это где вообще? Я не знаю, но тут страшный дядь какой. Я думаю, ему нужно летать. Ладно, мне дали полетать. Почему у тебя светятся глаза? Ты знаешь, да, кстати, да, вот уже не первый раз замечать начал. Ты опять что? Сидишь на этом? На темную сторону. Ты опять на темной стороне сидишь? Сижу, да. Подсел на темную сторону. Да я немножечко только так буквально приложиться. Как-то не очень так уверенно выглядят эти подпорки. Тогда. Я бы как бы... Нет. Не вздумай их толкать. Так, направо. Не бойся. Твой квест, направо, наверное, да? Прямо туда, наш. Да. Я так понимаю. Я уже что-то прямо унес. Не знаю, пойдем. Зачем. Надо же снять эту майку, так как я могу квест выполнить с этой майкой. Ох ты, ты посмотри, какое похожее место на то, где мы уже были. Не-не-не, совсем другое. Ой! Хрустнуло что-то. Нормально хрустнуло. Они вообще сильные такие. Что я вообще не понимаю, какой смысл мне от брони, если даже без нее меня не лупят сильно. Ну, это пока, потому что у нас трое. У нас трое, да. Носится тут. Ух
ты, что-то нашел. Зуб. Опа, чирик. Опа, зуб. Нет, зуб. Не чирик. Ой, зуб я опять мы пока что один только нашли, да? Два. Только я тоже два. Блин. Опять отстал от жизни. Так, что нам тут делать? Нам надо вон дальше пройти. Погнали. Вот к этой штуке. Таратайку зависит. Магический щит. Как то вы стоите друг перед другом. Ты выключил энергетический щит, защищающий командную базу флешрайдеров. Ты должно быть подаван, который рубит мой народ. Твои атаки ничего не изменят. Твое время ушло. Привет, уродец. Так вот, как ты выглядишь. Так понятно, почему ты носишь плащ. Капюшон. Слабый, говорит, подаван. У вашего учителя, таких, как он сам. Я казнил моего ученика Калефа. Я потратил годы, чтобы его обучить. Он был хорошим человеком, человеком принципа. Гордишься собой? Абсолютно. Я тебя накажу. Каждый так называемый Джедай на Титоне умрет. Обещаю, да. Весь твой орден слаб. Ты ничего не сделаешь, чтобы, в общем-то, остановить продвижение ситхов. Ситов. Смотри на меня. Смотри, говорит. Уничтожение зла требует чистоты, а ты не чист. Я помоюсь, ладно. Наслаждайся этой победой, она будет твоей последней, сказал он. Так, о, а тут теперь еще... А, да, у Артема. Теперь, подожди, а он там что такое? А, там просто люди стоят. Там нет этих кошаков. О, там есть один кошак. А, нет. Это не он. Ты все, спутал... Пошли отсюда. Он там присел просто. Ну мы так просто не можем пройти, да? Так, ну блин, они сами согрелись. Хорошо. Близко сильно. Так, хорошо. Сразу ты пробегаешь. Жмякаешь. Я не могу, а вот теперь могу. Я не могу. Я как обычно втыкаю, прибежал 15 метров, остановился обратно, побежал в пещеру. Меня ударили. На бой. Бывает. Ну бывает как раз. На бой. Окей. Я, по-моему, вообще тупо мечом махался, пока Артур его бил. То есть рядом с ним такой... Попробуй быть милым с этим мужиком. Я все время третий ответ отвечал. Вот какой ты. Злой. А ты Зангиев. Так, должно быть ты Бенгалмор. Мастер Оргас ищет тебя. Он меня не найдет. Я его найду. Ты казнил моего ученика, понятно. Я потратил годы. Гордость это... Что такое? Я его не хотел убивать, но он мне выбора не оставил. Всегда есть выбор. Ты должен был сдаться неизбежности. Так, понятно, это уже было. Не поддавайся ненависти. Давай мы тебе поможем. Такие трусы, ну, как ты, помогут мне. Я единственный истинный джедай, который остался в галактике. Все ясно. Наслаждайся маленькой победой. Она твоя последняя. It will be your last. Вот это кошку давайте убьем. Давай, убей ее. Убей кошку. Спаси. Сначала лошади, потом кошку. Оп. Ну да, и там всего лишь это. Commendation. Всего лишь commendation был. И зуб мне выпал. Всего лишь. У тебя три зуба? Да, у меня же три зуба. А у меня два. Блин, я такой Петросян, это просто великолепно. Ха-ха-ха. Так, по моей теперь стезе пошли. Давай. О, смотри, у меня тут просто Silent Hill какой-то. Тут красная стена, я не могу пройти. Завеса. Смог. Так, пасал. ДДМ. Ну ладно, справимся. Нормально, он тебя втащил. Да, неплохо. Что тут такое вообще? Джек Шепард. Ай. Валить его на бок. Что-то убить можно.
Так, хорошо, внизу еще, но мы их трогать не... А вот там интересная какая-то хибара. Вот смотри. Оба! Да, но мы их трогать не... О, там интересная хибара, оба. Все, и убил уже. И уже пошел рубать кошка. Дальше. Тут просто эти кошаки есть. Шикарно. И зубик. Это не выпало. У меня два зуба. У меня два из шести. У меня три зуба. Из этого зуб почему-то... А мне не засчитался, видишь. Я его как бы взял, но он почему-то не засчитался, ладно. Окей, главное, что окей. О, почему вот у всех что-то происходит, а я как обычно какие-то, блин... Какие-то руины. Ну, короче, спонсор. Тут лежат первый совет джедаев. Покоится. Да, вот это их черепа такие большие. Возможно. Круто. Господи. Флэшрайдеры мертвы. Сильный. Стоит много джиганат очков. Но охотясь на много флэшрайдеров пришел сюда. Поэтому должен позволить тебе отдать тебе эти очки, маленький охотник, в этот раз. Чтобы это не значило. Что такое очки? Джага, какие-то там джага. Не знаю. Джага. Какие очки, вот я спрашиваю. Я не понимаю, что за джаганат очки. Для нас охота — это жизнь. Чтобы сделать качественный убийца, получай очки такие-то. Хранитель очков, что-то... Хранитель счета. Она все видит, в общем... У кого больше, короче, тот круче. У того больше кахонос. Мы поняли. Понятно, вы охотитесь ради престижа. So hunting is how you serve your goddess, this scorekeeper. Это их богиня. Немного джедаев меня поймут. Хватит разговаривать. Нужно найти фаунта Ржевари. Есть какие-нибудь знаки? Фаунт, может, это как основатель или что-то такое? Не знаю, может быть. Мне пригодится твоя помощь. Нет, мне... Я ничего не могу расшифровать. I can't see anything that might help us. Не вижу ничего, что могло бы нам помочь. Пахнет странно. Что-то чувствую странное. Кости. Очень старые. Старая куча костей, короче. Короче, это не дело флэш-райдеров. Да. Может, это ритуально? I should examine them. Maybe piling up the oldest bones is somehow significant to the flesh-raiders. Может, хоть как-то эти кости относятся к флэш-райдерам? Как скажешь. Ну, вроде как здесь ничего нету. Иди аккуратно, маленький охотник. Здесь вроде ничего не связано с флэш-райдерами. Короче, он лучше нас чухает, похоже. Mm-hmm. Он вроде чует, не чует флэш-райдеров, а этот наоборот горит. Mm-hmm. Косточки старые. Двигаешь их... Рассыпаются там буквально. Да, видишь древний пьедестал. Изучаешь... не знаю, что там было. Ух ты! Кто такие? Что такое? Спасибо, что так запишешь. Так. Окей. Как вы сюда попали? Повсюду флэш-райдеры. Как они вас не заметили? Нейлон нашел нам путь. Нейлон подождет тебя. Короче, нужно найти это, чтобы защитить деревню. О, извини, говорит, не хотим тебе угрожать, но мы заберем это первое лезвие, которое ты нашел у Калифа. Нам оно нужно, чтобы защищать деревню. Да послушай, Нейлин безумен. Он должен нас спасать и рискует вашими жизнями. Ты не понял. Нам всем страшно. Нейлин теперь редко приходит в деревню. Редко ест, редко спит. Когда мы с ним говорим, он такой странный. Глаза у него такие странные. Ты знаешь, где он? Его найти. Да никто не знает. Он упоминал, что будет исследовать Калет, но это было несколько часов назад. Он давно ушел. Случилось что-то ужасное, не так ли? Оставь себе свой артефакт, чтобы это ни было. Держи его подальше от Нейлана. Джедай, пожалуйста, не трогай его. Чем во что бы он ни превратился, он делает это для нас. Неплохо, Артемий. Толково. Второе дыхание открылось, видишь. Ну вот, это нормально. Вот ты и переводи. Это просто простые диалоги такие. В этой пещере мы, первооткрыватели, нашли, в общем, обсудили, основали. Обсудили наше видение ордена джедаев.
В общем-то, спорили. Неважно. Я тоже не могу перейти. Сейчас. Короче, это тот самый джедай, который стал темным в итоге. Он решил, что они все слабы, решил основать свою армию темных сынов Титуна и с помощью них вообще искоренить джедаев. Темные сыны, спрошу я. Wait, what does he mean by Typhon's true dark sons? По-настоящему. Внимание, маленький охотник. Там еще есть. Только мои ученики, я выжил от Калета до Молд, что это такое. Как только рукоятка первого меча вернулась, мы преуспели. Следуй пути Радживари. Время наступило. Пришло. Странная карта. Никогда не видел такую. Я ничего не вижу. А я немного понимаю. Если говорит, путь здесь, то я его не вижу. Старая штука. И он знает такие. Нужно принести к ней. Я пойду вперед. Встречусь с тобой в ее комнате, маленький охотник. Какой я тебе нафиг маленький охотник? Ты постригал его большой голову. Короче, отдал рукоятку эту, да? Да, обратно отдал нам ее. Ну, такие вот дела. Такие пироги. Короче, тут вообще древность такая... Не эпическая, короче. Давайте по карманам растолкаем, Костя, донесем. Не эпический раритет такой. Короче, я так и не понял. В итоге он поднял свою армию какую-то, что ли, и в результате что там... Ну, тут как бы основатели какие-то вообще всех вот этих вот храмов и прочего. Первый совет. Ну и, походу, один против всех пошел, основал свой совет с Блэк Джеком. Да, и... И Сатурнизом. И Да. И, короче, надо узнать, чем это все кончилось дальше. Узнаем. Да, при этом во всем этом фигурирует эта рукоятка первого меча. Первый меч, да, что-то там. Кошара, валим кошара. Но этот меч потом твоим будет, типа? Возможно. Ну, у меня третий зуб. Третий, у нас тоже по три. Отстойно. А, вот, у меня еще один выпал. Эй! Тебя. Эй, еще один выпал у тебя. Уже к концу серии. Мне еще один зуб выпал. Ну, кажется, мы должны закончить этот плей. Не, Артур, я думаю, без зубов бы продолжал. Толково. Я думаю. Блин, да как он? Толково. Предан делал. Слово паразит. Слово не то, что паразит. О, тут какой-то мужик этих всех собак убил. А слово сволочь просто, не паразит. Он убил всех собак. На самом деле. Да, он убил всех. Там столько это коты вообще, ну ладно. Собаки вообще. Собака это тот мужик. Подожди, а вот тут вот что? Кошка, кошка. Не знаю, кошка. А, ну это как раз тот самый это центр того места, где можно встретить. Ну да. Кошка. Понятно. Так. Я, короче, бегаю за тёмным за мной. Большой такой. Не, ну не такой уж и большой, в принципе. Так. Ну что, ты её убил там? Зуб выпал? Да не выпал он, блин, эти придурки еще бьют меня. Так он уже и не выпадет. Ну нам, ну, по крайней мере. Правильно. Я же кричал. Так, а мы и туда идем хоть нет? Больные люди. Туда. Еще хуже. Вот еще кошка. Еще одна. Моя. It's mine. Mine machines. А, походу, твоя. Там нет. Так, а мы, может, уже вышли. У себя посмотрите, может, у меня что-нибудь выпало. Да не, нифига. Вот сейчас посмотрю. Как надо дорезать. Я посмотрю. Ого, это ты их пхнул. У меня выпало. О, смотри, смотри, сундук. У меня 5 из 6. Ее. Так, эндуранс. Правда, это Артуру. Да, это Артуру. И его бьют, а мы с тобой стоим и пылимся. Я тоже стою и ковыряюсь там в этой сумке. Окей, кошка. Вали ее.
Но тут мужик стоит. Давай ты его, а я кошка. Да, окей. Блин, вопрос. У меня обе неплохие. Там она одна? По-моему, двое даже. Две. Я сейчас прыжком их так. Оба. И вот это нормально. О, есть один зуб. И еще один есть. У меня 5 из 6. Тебе не дают за это? Нет, только один дали. 4 получается сейчас. Вот так вот. Еще одна кошка. Ты все дана собирал, Жорж? Да. Толково. Толково. Вот еще один. Я все последний взял. Еще один, короче, остался. У меня здоровья мало, меня бьют. Нормально. Не так уж и мало. Ну ты меня еще лечил бы, если бы ты мог. Да еще ж как бы рановато для этого. Вот эта вот хренота, которая со мной бегает, хоть бы реально лечила меня иногда. Ну, наверх. Я вообще не понимаю, для чего она нужна. Зверяк. Вот это. Куда мы идем? Наверх. Ну, я не знаю, назад, поискать назад, еще одну назад, кошку назад. Надо. Ну, а, вот появится под... Ну, ладно. Я постою, подожду вас. Окей. Может, что-нибудь надо. Если появится, кричи. Прям красивую локацию. Так она вообще туда, куда ты стоишь идти, да? Ну, так-то да. Там тоже есть кошки, наверное. Туда, куда ты стоишь, вот именно вообще вот, слова. Туда, куда? Я стою, кстати. Вон кошка, я вижу кошку, я вижу там двух кошек. Иди. Это как лошади. Лошадь! Отлично, все. А нет, не все, нифига, не засчитали. Все, там не дали. Блин, ну у меня как бы зуб я взял, но его не засчитали. Вот в чем. Как? Снизу кошка, снизу кошка. Кошка снизу. Вот кошка. Как ты узнал, что это снизу кошка? Я странно как дерусь, через какие-то дрова. Так, ну тут кошаков я вообще не вижу. Блин, он все-таки согрелся на меня. Сволочь ненормальная. Ого, втащил меня. Корбин, где они? Корбин, детка. Туда не ходи, там кошек нету. Ты туда не ходи, ты сюда пойди. Тюлей можно найти. О, кошка. Нормально. Тут кошка. Все, пошли назад, короче. Я смотри, думал, у меня тут найдем. Живой, но при этом убитый. Как это так? Ну так. Боится. Пошли, я думаю, по дороге туда найдем что-нибудь. Вот тут кошка. Хоть одну, но найдем. Окей. В чате тоже англичане. I don't know Star Wars Mabeu. Да-да-да, такие. What a beautiful English. Кошку убили твою. Он сырец ты сделал. Я сейчас самого тут грохну. It's impossible. Им не дамся. А у Артура здоровье меньше, чем у тебя. А, только они у меня улетели вниз со скалы. Подаван со статуры сбежит. Его бьют. У меня самое интересное кусок в этой серии. Я просто стою. Да нормально. Что-то вам там вообще плохо, я смотрю. Да мне нормально. Сейчас подлечусь. То я разошелся тут что-то. Не нашел. Тебе бегут. Это они не ко мне. Так Джек Шепард. Ты посмотри, он вообще назад уплыл. Он боится тебя. И сюда. Move closer. Так, блин, ну как-то голимую кошку ищем 4 часа уже. Ничего, найдем. Кошка нам нужна. Там какой-то, блин, пробежал флешредер бешеный. Да-да-да, на скорости такой. Упетлял просто. Он просто спешил. Просто приходил Сережка. Господи, надо ребенка из детского сада забирать. Был это у того, который посреди дороги валяется. Да. Гриша был пьян. И было все печально. Почему? Если был пьян, наоборот. Все было очень весело. Да, блин, ну где? Я не знаю, вот тут лежит какой-то... Надоело их искать, этих... Во, Артур, посмотри, какой толстяк бородатый. Вот сделай себе такого, пожалуйста. Какого? Вот я прям в нем тебя вижу. Какого? Кого тут нет никого? Мистер Смит стоит. Там нет никого. Вот прям рядом со мной стоит мужик. Да, я, конечно, понимаю, что тормозуха вкусная, но... Да ладно. Там нет никого. Тебе просто мерещится. Тут люди стоят. Ни одного не стоит. Пошли вы. Ну где? Я жду конверсейшена. А Артур не может с нами говорить. Не жди, пожалуйста. Да, я выполню этот квест. Окей. Блин, да где?
Артур Скай. Сейчас найдем. Сейчас подожди. Сейчас смотри, Артур сейчас не ожидает, не ожидает и. Джеронимо! Ты именно вот сейчас ожидает. Джек Шепарды. А ты где, Тима? Ну я пошел назад. Я там бегаю. Там же, короче. Бегаю. Там. Ну я там бегаю вообще. Там. Сейчас, может, что-нибудь надыбаю. Ну тут все мертвые. Я не вижу кошек нигде. Потому что я уже, наверное, вышел из зоны покрытия этой миссии. Из зоны покрытия кошек. Абонент, не абонент, да. Да. А, ведь вижу, кошаков нашел. Ну хоть, блин, их тут две штуки, хоть из одной что-нибудь выпадет. Да нормально, ну. Не дует опыт. Опять ничего не было. А, нет, есть. Ух. Слава тебе, господи. Вот он. Все. Блин. Бежим. Run forest. Там наверху какой-то квест у вас был. По-моему, это квест на флешрайдера, который хочет стать джедаем. Фига себе. Ой-ой-ой. А, так вы за мной, я думал, вы по дорогам ходите. Там... Вот, вот толстняк, на самом деле эпичный. Я ж тебе говорю, вот он, вот я хочу, чтобы ты им бегал. Ого. Его не было. Ля, он еле бегает. Жирный. Как поезд пассажирный. Бучара такая. Жирная жирёха. У него кость широкая. Конечно. Не оскорбляй его. Ладно, не буду. Пусть остается жирным жердяем. Fatty fat. Да, нормально. Угу. Так. Рюкзак. Давай, Тёма, мочи. Joint conversation. Расскажите хоть что там было. Нет. Джедай? Ну, спасибо матриарху. Хвала матриарху. Джедай говорит, джедай мир. А, да, ты есть тут квест с флешрайдером. Он хочет поговорить с тобой, он слишком слаб, чтобы драться. Ты чё? Джедай, мир. Ему нужен кто-то, чтобы помог с ним что-то говорить, да? Поэтому не забрали меня. Я смотрю на окрестности. Я пытаюсь его обучить нашему языку. Разговаривать. Я спрошу, are you okay вообще? Are you okay, да? Тебе помощь медицинская не нужна? Да я тут немножко порезался, но ничего страшного. Башка говорит. Башка говорит, вы тут сили. Я пытаюсь, говорит, подожди. Он думает, что у него есть сила. Ну вот он может использовать силу, чтобы... И хочешь, чтобы джедаи его обучили, в общем-то. А, чтобы джедаи его обучили. Так, сначала он должен отпустить тебя. Зачем ему это? Я знаю, я говорил ему. Он действительно думает, что он может быть джедаем. У нас это, короче, мордоворот, Артур, пытается джедаем стать. Которых мы били. Другие флешрайдеры служат ему, потому что думают, что он проклят. Но сила переполняет его. Ему нужно учиться у джедаев, чтобы это контролировать это свою силу. Он слаб. И о чем он думает? Он вообще понимает, о чем просит? Какой джедай будет тренировать его? Я не уверен. Он думает, что джедаи — это охотники. Брать силу. Короче, толково. Да я это за свое. Black Silver for backs to everyone. Так, а что там делать? А сможешь ли ты отвезти что-то? Get the Jedi Master to train. А, привезти сюда Jedi Master. Или привезти, или договориться, короче, с ними, чтобы они его обучали. Я попробую. А, я не ответил ничего. Я не знаю, что. У вас у каждого свое. Раздельная речь. Осторожен, я хочу вернуться домой как можно быстрее. Короче, он тут пока с ним посидит, пока да, мы сообщим учителям нашим. Учим, да. Вот, такие прикинь, дела. Да, он будет джедаем. Ты что? Сомневаюсь. Я думаю, ему меч никто не доверит. Нам-то не доверяют, а мы самые... Самые хорошие. Так, давайте к тревелам. Да, в Каликоре деревню всем нужно, я так понимаю. Ну да. Да, квик тревелам погнали. Хорошо. Бежать. Долго. Вызываем такси. Такси-лидер. 10 рублей. У тебя так круто с этим девайсом смотрится, еще персонаж в очках такой. Ну так. Такой техник такой. Кибернетический. Ля, почему он машет у меня? Ля. Ля, вот это твое ля меня вообще забавляет.
Я почему вам машет? Я с вами. Нет, давай. Нет. Я изучил идола флешрайдеров, вот записи. А сдать я могу ему тоже. Да? Короче, будем изучать ваши исследования. Может, поймем, почему у них такие мотивы. Может, мы их успокоим маленько. Пилигримы будут учиться от тебя храбрости, да прибудет с тобой сила. Нормально. Так, я боты! Нафиг боты? Я беру коммендейшн. Не, я лучше себе потом какой-нибудь... У меня, смотри, теперь золотистые боты такие. Да, ну нафиг. Это какие-то две мерзкие у тебя. Да. Под платьем. Под платьем такой. У меня платье. А я взял коммендейшн. Потому что я... Не знаю почему. Потому что ты, Артём. Потому что ничего не нужно, а что-то получить хотелось бы. Синяя женщина. Просто потом они пригодятся что-нибудь толковое купить. Здорово. Ты должен быть один из джедаев. Меня зовут Балея, как дела? Хотел быть грубой, но я давно уже ни с кем не общалась. Моя дочь очень больна. И, в общем-то, она все, что у меня есть с тех пор, как мой муж умер. Она говорит не то, что давно ни с кем не общалась, а не хочет долго разговаривать. Да. Потому что занята. Болит. Как ты мог, ну? Да? Не знаю. Я пришел сюда помочь. Я нашел его записи на теле вашего мужа. Он сказал, что это манго зубы помогут вашей дочери. Ты принес эти зубы моей дочери? О, это же то, что доктор прописал. Ох, я не знаю, что сказать. Польщина прямо. Я принес твоей дочери вырванные клыки кошек окровавленные. Держи. Это меньшее, что я могу сделать. Ну да. Мне следует вознаградить за это. Подожди, тебе вот это пригодится. Я думал о другом вообще-то, ну ладно. Это моего мужа. Хорошо ему послужило. С тех пор, как ты спас. Спасет мою жизнь. Да. Моя дочь. Надеюсь, я тебя послушаю. Скажу доктору Руссо, что он может создать лекарство. Что это такое? Розовый пояс. Это не розовый, это его можно, по-моему, улучшать или что-то вроде того. А у меня такой же совершенно одет. Ну да. Только выглядит он не так круто, как этот. Ты с Марией. Ну да, шикарно. Нет, у меня именно один в один. Только на том еще получше, приколюхи. Хотя... Нормально. Нет. Так, где у нас там следующий квест? Сюда. В храме. А, не в храме, а вот здесь еще у нас. Так. Join Jack Shepherd. На кровать такой залез. Я отключил энергетический щит. Мать, она умерла, пока тебя не было. Теперь я матриарх. Doesn't matter. Я тебя сочувствую. Но люди где-то в хороших руках. Твои. Пока ушел, мастер Орг сказал мне, здесь нет смерти, есть сила. Он верит, что наша... Эссенция жизни. Ну, короче, субстанция жизни. Да. Флешрайдеры прорвались через нашу защиту. Выбрасывают странные машины. А, это сейчас с огородом, да, будет? Да. Короче, отравляют. Там много машин отравляющих. Огород, жрать будет нечего. Я избавлюсь от этих. Потом позабочусь. Если машина слишком опасна, то лучше себя спасай. Скорее на поля. Боюсь, у нас не так много времени. И мой этот такой зверёныш с воздуха упал вниз. We don't have much time. Hey, oh, where is the trigger? Как всегда. Так, нам ну сюда, я так кто? Понимаю. Так, я сейчас с ней еще по-быстрому пообщаюсь. Все, бегу. Бегу, где она? Ок. Я только вижу, меч сверкает из-за забора. А я вижу, нормально. Как он камнями кидается. Я люблю кидаться камнями. Я знаю. На самом деле. Разминируйте мину 2, разминируйте мину 3. Окей. Откуда они лезут, из-под земли, что ли? Угу. Да? Окопались тут, короче. Прям как лоб. Подстерегают. Оп. Опаньки, да? Поднял его такой, и под ним такой, опа, чирик поднял. Опа. Поднял, потряс, мелочугу забрал, ушел. Реальный пацан.
Чисто так по-пасански. Так, иди еще. А, вот. А, не могу активировать. Я его оглушил. Давай, я ему так ударил, сейчас я буду бить. А я им камеру. Ну-ну. Вработал. Ты мощный. Так, а где там Сатурнус? Сатурнус сделал? Да вот же ждут, пока она заново включится. Вроде не так уж ядовит. Ну да, по 101 здоровье мне обавлялось. Я сижу, у меня раскумарились тут уже. Давайте точно присядем. Хорошая дурь. И такую музыку какую-нибудь, это Боба Марли. Чувак. Чувак, я вижу пони, летающие пони. Чё-то мне хорошо, пацан. Вообще тебя попёрло, братиш. Смотри, смотри. Не парись. Так, ну... Блин, ну-ну-ну-ну. Почему? Почему так долго? Ну, вот это, может, готово. Да я её первую активировал. Она уже не покатит. А, ты уже активировал её? Угу. Здесь ещё есть вот тут. Тут мужик активирует её. Ты опоздал. А, так подожди, у меня всё уже реторны, всё. У меня почему-то только одно можно. Понял я. Что за фигня? Через полтора часа такой. О, так пацаны, я ж выполнил. Не, это странно на самом деле, ну ладно. На самом деле. Пошли назад тогда. Просто тебе три надо было включить. Да. Отключить. Может, засчиталось, потому я что. Я две при тебе же включал, возможно. А одну подальше, да, мы отбегали. Да, наверное. Хрен его разберешь. Так, Джой. Джек Шепард. Давай, Джек Шепард. Я жду Артема. У меня скучнее сюжет, понял. Я уничтожил машину, отравляющую ваши поля. Я видел, как ты страдал там. То, что ты сделал, это было... Упоротые сидели просто. Мы там укурились. Сюда. Ты рисковал своей жизнью, чтобы спасти нас. Зачем ты встречаешься лицом к лицом к смерти ради людей, которых ты слабо знаешь? Я делал это для тебя, деточек. Ты стоишь риска. Да ты же меня даже не знаешь. Ну ты зеленая. Я хочу, забудь, я должен идти, я знаю достаточно, что ответить. Ну, ты сам знаешь, что ответить. Ты же понимаешь. Strong, ты сильная, хорошая. Что еще мне нужно знать? Я так много потеряла. Ты теперь матриарх. Все, что мне осталось, это ответственность. Быть матриархом много значит. Это же то же самое, что для джедая, что и джедай, верно? Да, но мы можем быть лишь друзьями, ты заслужишь большего, и я надеюсь, нет. В жизни больше, кроме того, что есть ответственность. За все победы моя мать потратила свою жизнь на то, что осталась одна. Я не хочу этого. Но я думаю, джедаям не разрешено, я имею в виду, мы должны это делать. Нет, я не должен, да кому, говорит, не плевать. Я не могу сам. Ну, давай. Мы оба чувствуем одинаково себя. Какая разница? Да, я тоже себя так чувствую. И мне плевать на ваши джедайские правила. О, да. Ром, Джек Шепард. О, да. Я же не вы слабаки. Я тебя заложу. Один в юбке, другой его обнимает. Я сейчас, говорит, убежусь, что никто нас не побеспокоит. Эй, ты меня там совету решил сдать? Козлина. Если бы мы остались подольше... Но я, говорит, не хочу, чтобы у тебя были проблемы с твоим мастером. Так, ты прекрасна, это была ошибкой. Он меня не напугает. Это была ошибка, вообще эпичный вариант. У тебя не будет никаких проблем. Ты принесла мне лучшее. Это что-то на тот момент, когда мы будем разделены. Мои люди будут искать меня. Увидимся, надеюсь. Что она мне дала? Денег? Джек Шепард Кобелина. Подождите, а у меня тоже голый коммуникатор, как у всех, или только у меня? Только у тебя. Только у тебя. Ладно, я использую тогда. Чё там? Ладно, я пока пойду прокладываю. По-любому какое-нибудь видео. Наконец-то... Так, говорит, у тебя дела. Вырубил базу флешрайдеров. Как дела? Поговорил с твоим старым падаваном у Пахола. Он делает всё, чтобы уничтожить ситов. Ну, знать, что он не сит, это уже хорошо. Если я смогу попасть к нему. Я нашел координаты. Секретного лагеря. Один в верхнем колете. Это твой шанс закончить с ними. Ну, покончить. Так, окей. Так, а что такое? Почему силы свои распылять?
на так много лагерей сразу. Если пойдем в одно, то другие предупредить. Будь осторожен в руинах. Да прибудет сила силы. Да, свяжись со мной, когда миссия закончится. Так, что это? О, картель Марк. А это мне дали. Угу. Увеличивает опыт, который будет получать на 25%. Так, у меня с этой зеленой было все намного проще. Я сказал, что это был мой долг, короче. И да, у меня получилось. Ты не полюбил ее? И она сразу мне дала награду еще, и на этом дело кончился. И все. Награда. Так, ну что у нас, 45 минут? Да, на этом, наверное, завершать будем на сегодня. В следующей серии мне нужно только вернуться к своему учителю, а вам нужно уже куда-то... В руины нужно, да. Так что пойдем сначала в лагерь джедаев, и там уже потом пойдем в руины Калета. Да. А нам, подожди, а нам в лагерь джедаев тоже что-то там надо, вроде. Тоже что-то? Да, кстати. Новый этот... К этому, ладно, мастеру. Короче говоря, разберемся. Да. В принципе, на этом все. Увидимся в следующих сериях. И я думаю, уже серии 2-3 там осталось до выхода из, ну, с этой планеты. Ну да, уже 8 уровень почти у всех. Да, и в общем, увидимся в следующих сериях. Надеюсь, вам понравилось. Надеемся. Да, с вами были Артём, Григорий и Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.